Он меня промотивировал настолько, что я записал это видео. На самом деле сложновато отдыхать по 30 секунд и делать подход. Погнали. Я не заметил, как сделал 500 раз. Как будто, знаете, грыжа какая-то. Да, просто. Метров 20, не меньше. Две тысячи, мать его, две. Я такой сейчас грязный. Вы бы видели, ребят. Просто что-то я за всю жизнь, наверное, столько не делал. Всем привет, поздравляю всех с новым 2018 годом. Сейчас у нас 18.52, 2 января. Это 2018 год. Я решил начать с обновления себя. С обновления своего мировоззрения. Отправной точкой послужит именно этот день. Хочется сказать чуть-чуть о моем канале. Я долго искал свою нишу, так сказать, YouTube. Я снял больше 94 видео, но как-то не по душе мне приходились. Я выжимал прям из себя, работал над ними. Да, некоторые нравятся, некоторые нет. Но, в общем, этот год я решил полностью изменить себя и изменить свой канал, изменить подачу контента. Меня очень сильно промотивировал Игорь Войтенко, Rota the Dream. Если бы я на тебя не наткнулся, я бы, наверное, так сидел, ничего не делал. Ведь статистика канала уже не та, что была в прошлом году, в позапрошлом году. Поэтому я решил начать что-то новое. На этот год у меня грандиозные планы, и вместе с тобой мы их добьемся. В чем же заключается это видео? Я устраиваю себе челлендж, и в течение одной недели каждый день я отжимаюсь 500 раз. Надеюсь, все получится. Полетели. Первая двадцаточка. Начало положено. Ура! Первые 50 раз. Меня зовут покушать оливье, картошку, да? Но я понимаю, если я сейчас это съем, у меня уйдет час-полтора. Чтобы переварить еду, я почувствую тяжесть ужасную, поэтому дал обещание сделать 200 и идем кушать. Я тут веду свои мини-отчеты, сколько я сделал. Это число, сколько мне осталось, от 500 и пошло. И сверху, сколько раз я сделал в одном подходе. Кстати, осталась десяточка и будет. И будет первая сотка. Мы сможем, ребят. Все, первая сотка сделана. Вот такой список у меня получился. Я решил идти по уровням с 500 до 400. Это у меня первый уровень. И будем двигаться по сотке. Сейчас у меня будет с 400 по 300. Это второй уровень. И так до нуля. Все, ребят, я сделал 200. Предвижу, что много комментариев о том, что это монтаж, почему ты не снимаешь все свои отжимания. Покажу вам просто таблицу свою. На эти глупые вопросы, я думаю, отвечать не надо, почему я не снимаю все свои отжимания, как я отжимаюсь. Потому что, во-первых, мне бы не хватило памяти на моей SD-карте. И, в общем, я делаю для себя, и я хочу побить для себя свой рекорд. Это челлендж чисто мне на испытание себя. Кстати, руки забились уже. Смотрите, как забились руки. И грудь тоже забилась. Все забилось, но 200 раз сделал, поэтому можно пойти и покушать наконец-то. Сейчас уже 8:44. Я решил сделать себе отдых и залез на сайт Langualeo, где я изучаю английский язык. Я поставил себе цель английский для общения. У меня 38%. Нужно сделать еще 300 отжиманий. Хочу управиться до 10 часов. Первый, второй, третий. 235 осталось. Стало болеть вот здесь вот. Как будто, знаете, грыжа какая-то. Ну а так я себя нормально чувствую. Я уже нормально отжимаюсь. То есть поначалу было сложно. В середине сложновато. А сейчас уже когда осталось 235, идет полегче. Уже 9 часов 14 минут.
И какое сделал решение? Короче, правильное решение сделал, я снял штаны. И буду тренить без штанов. В шортах. Все, осталось всего лишь 150 раз, и мы будем на вершине. Мы будем на вершине, самые первые. Последние 10 раз просто. 50 сделал. Здесь я уже по 5 долбил, потому что не мог по 10. И сейчас финально. Хочу сделать 10 отжиманий. Давайте. Врубаем музыку и погнали. Восемь. Девять. Последний. Просто 500 раз. Мы машины. Хочу подвести итоги дня. В общем, 500 отжиманий у меня получилось сделать за 3 часа 34 минуты. Сразу после такой тренировки ложиться нельзя. Я похожу сейчас в течение часа, покушаю обязательно. Нужно восполнить потерянную мной энергию в 22:51. Кто ест? Ну, наверное, я ем. Хочу напомнить, что вот реально вот это самый жесткий день из всех грядущих, потому что я сделал за один вечер то, что нужно делать в течение дня. Точнее, за 3 часа 34 минуты я сделал то, что нужно растянуть на один день. Завтра будет полегче, я надеюсь. Ну и продолжаем бомбить. Увидимся завтра утром. Всем доброе утро. Я проснулся в 9. Мышцы как бы чуть-чуть побаливают. Ну, в руках совсем чуть-чуть. Все, настроились. Сейчас идем приводить себя в порядок, в божеский вид, и начнем топить. Погнали. Первый день. Начинаем сейчас второй. Пройдет примерно час-полтора, и я выйду с вами на улицу и сделаю вторую сотку. Прошел час, погода все такая же пасмурная и холодно. Мужики, мне стало чуть жарковато, и снимаю свою спортивную кофту. А под ней Rashguard. На самом деле классная штука. Ну все, ребят, до сотки осталось всего лишь 10 отжиманий. Можете посмотреть, как я выполнял отжимания. Все-таки тренировка на улице вообще не сравнится с той, которая проходит дома. Deserve это заслуживать, да. Да, заслужил. Which? Which? I think we should say... Which? Which, right? Yeah! После тренировки на улице нашли значительно помялся. Я писал на земле. Начинаем третью сотку. Итак, ребята, осталось 120 раз. Видно, да? И сейчас накинемся, сделаем сразу 20, и у нас останется 40. Ну что, погнали! Man couldn't work on time every day and he crying for the raise. Boss say he got a wifey on here really like in a house that's way overpriced, but he still got a round up tight. Сотка осталась. Просто что-то. Я за всю жизнь, наверное, столько не делал. А тебе, кто сейчас смотрит это видео,
Я настоятельно рекомендую сделать последние 10 раз со мной. Сейчас я поотжимаю сам, и последние 10 я хочу, чтобы ты поднял свою задницу и сделал 10 отжиманий со мной. Отжимайся каждый день, хотя бы 50 раз, и будешь здоровым. Все у тебя будет на высоте. Че, братуха, вставай, осталось 10 раз. Десяточка осталась. Сделаем это вместе. Первый косарь. Встал с дивана, встал со стула. Быстро встал, давай. На счет 3. Уже стоишь? Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, просто! Первый косарь сделали вместе с тобой. Это еще не предел. У нас еще много дней. Еще 5 дней. Это у нас 2500. Сейчас время 6 часов 18 минут. Достаточно хорошо управился, я считаю. Все, увидимся завтра. Давай. Я, короче, Соня жесткая, сейчас 12 часов. Это мой завтрак. Завтрак чемпиона. Я решил сегодня съесть яблоко. Салат — это что-то наподобие цезаря, но здесь нету ни майонеза, ни другой херни. И 2 яйца. Думаю, завтрак отличный и заряд будет на целый день. Ну чё, мужики, первый день есть, второй день есть и третий день начался. Первую сотку идем делать на улицу. Погнали. Man to the gang, so if you catch me with a stack, that's bae. Usually rhyming is where you can find me. Ain't no rolling team, but the crew behind me. Fake friends kill me, but the truth about me. Winning despite the fact you despise me. Ребят, извиняюсь, если будет ветер, потому что тут реально сильный ветер. Я пришел на речку Кубань. Здесь такой обрыв. Вот. И я, кажется, понял, почему на улице тренить легче, чем дома. Во-первых, потому что на улице свежий воздух. А во-вторых, потому что здесь очень холодно, и нужно сделать подход, в одном подходе минимум 15 раз, чтобы все это быстро, короче, было. Ну и Рашгард помогает. Вот мой лагерь, я тут расположился и снимаю видосики. Руки грязные, потому что я не взял перчатки, видимо, я о них забыл. Вот здесь тренил. Высота 20 метров, не меньше. Так что продолжаем бомбить, и все получится. We hit the stage, we ready to rage, we thunder up. Stay in your place, we get in your face and thunder up. We hit the stage, we ready to rage, we thunder up. Stay in your place, we get in your face. Короче, осталось еще 30 раз. Руки все грязные, вот реально жестко грязные, уже все промерзли. Кутался, чтобы согреться, ребят. Серьезно, ветер еще дует. Вид здесь классный. Это просто шикарно. Еще 30 раз и соточка есть. Все, погнали. Десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Фух. Да, сотка есть. Вы бы видели, ребят, я такой сейчас грязный, руки грязные, куртка грязная. Рашгард грязный. Камера грязная. Сейчас я покажу заслонку для объектива. Камера вся грязная, ужасно. Ну ничего, все помоем и будем топить. Придя домой, заметил один недочет. Я тут неправильно написал 485. Я сделал 10, а написал 470. А должно быть 475. Короче, сейчас у меня долг 5. Делаю вот здесь. В перерывах я смотрю Discovery Science. Сестра мне подарила на Новый год Powerball. Кто в теме спорта, наверное, тот знает. Это тренажер для того, чтобы укреплять мышцы кистей. Она запускается с помощью нитки, но нитку я где-то уже успел потерять. Поэтому я запускаю ее вот так. Здесь есть шар внутри.
и он раскручивается. Руки реально напрягаются очень сильно. Максимальная частота оборотов этого шара может достигать 10 тысяч оборотов, поэтому пальцы лучше вот сюда вот не совать. Сложно становится удержать, качаются мышцы кисти. Ну а между тем у нас осталось еще 225 раз. И будет завершен третий уровень с 300 до 200. У меня осталось еще 100 раз, и все, 1500 мы сделали. Это Bear Grylls, классный мужик, смотрел его передачи, в инстаграме я на него даже подписан. Сейчас читаю вот эту главу, катастрофический успех, и буду доделывать сотку, и сделаю 1500. Я уже потихоньку начал монтировать видео, сейчас я на втором дне, мне осталось еще 60 раз. И третий день будет completed. Глаза уже вылазят. Нужно домонтировать второй день и все. Я то монтирую, то читаю, то отжимаюсь. Короче, не соскучишься. Все, осталось еще 10 раз и 1500 будут сделаны. Все, все, ребята. 1500 сделано, мы с вами молодцы. Не скажу, что далось легко, вообще с сегодняшнего дня очень сложно отжиматься. Серьезно, сложновато отжиматься. Кстати, ты через несколько минут будешь делать со мной 10 отжиманий. А почему? Потому что я буду заканчивать 2000, а ты на каждую 1000 будешь со мной делать 10 отжиманий. Встал по будильнику. Сейчас идем в душ и погнали делать 2000 сегодня. Офигенный завтрак. Я решил сделать себе омлет из 3 яиц. Вот такой крутецкий омлет у меня получился. Еще я решил вдобавок нарезать помидорки черри. Думаю, они будут не лишними. Заряжаюсь и иду тридцатка. 200 готово. Отдыхаем полчаса, на улице солнце, впервые за 4 дня. Я подготовил офигенное место, тебе оно должно понравиться. В общем, я уже на улице, хотел пойти на площадку. У нас здесь новые дома построили. Вот эта парковка, над парковкой есть спортивная площадка, но она сейчас, к сожалению, закрыта. Там очень классное место, как-нибудь я вам его покажу. Ну а сейчас направляемся в другое место, оно будет круче. Сделаем 300 раз. Первые 50 раз есть, отжимаюсь на такой штуке, она вся усыпана камнями, все грязное. Ну все, осталось еще 50 раз и сотка. Сотка будет сделана. Еще чуть-чуть. Я веду запись на лавочке. Очень удобно по сравнению с тем, что я вносил записи, например, на асфальте, да, на земле. Когда весь лист был испачкан землей. Осталось еще 15 раз. И идем топить уже дома 200 раз. Все, третья сотка сделана. Мы на вершине. И на меня так смотрели мелкие. Они прям заражались мной, что-то пытались там прыгать, подтягивались и отжимались тоже. Так что подаем правильный пример, и вообще все у нас будет. Осталось всего лишь 200 раз, и у нас будет 2000. 2000, мать его, 2. Ну вот и прошел четвертый день, осталось еще 10 раз. И с ним будет покончено. С тобой, брат, будет покончено. Кстати, эти 10 раз ты будешь делать вместе со мной. Так что вставай 20 раз. Почему бы не отжаться 20 раз за несколько минут? Надеюсь, ты сделал отжимания пару минут назад. Так что сейчас тоже вставай и будем завершать 2000 вместе. Встаем в стойку и делаем 10 раз. Поехали.
Давай, под мой счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Yes! 2000 готово. Сегодняшний день мне легко дался. Я не заметил, как сделал 500 раз. Может быть, потому что на улице я поймал много улыбок, что я сподвиг маленьких малышей, тавтология, подтягиваться, отжиматься. Это дало мне какой-то импульс. В общем, 500 раз сегодня самые легкие были. Завтра и послезавтра, и послепослезавтра не будут такие же. Я в этом уверен. Они будут легенькие, как и сегодня. На этом все. Увидимся через секунду. Доброе утро, сейчас 7 часов 31 минута, проснулся в 30, и на улице все еще темно. Как всегда, идем в душ, пробуждаться и погнали топить. Пятый день начался, я сделал уже 10 раз, и вот это мой завтрак. Два яичка и гречечка. Нормально. Это означает, что вы чего-то не знаете. Зачастую мы даже знаем что-то интуитивно. В общем, без коврика заниматься неудобно, поэтому я его вернул. Сейчас работаю по секундомеру, каждые 30 секунд делаю один подход. Кстати, начинаем. Фух. На самом деле сложновато отдыхать, по 30 секунд и делать подход. Погнали. Триста раз за час не хотели? А я сделал. Ребята, это рекорд. За час 300 раз. На втором уровне чуть-чуть ошибся, стал писать двойки. Потом заметил, поисправлял на тройки. 300 раз за час. Это что-то, это что-то. Дается легко. Со вчерашнего дня отжимания даются легко. Я этому очень рад. Видимо, мой организм привык уже к такой нагрузке. Классно, ребята, классно. Чем я занят, вам хочу сказать. Эту неделю я просто погружен в самообразование, в самосовершенствование и вообще просветление какое-то. Смотрю мотивирующие видео Игоря, слушаю аудиокниги, просматриваю телевизор Discovery Science или просто Discovery. И все. Мне этого хватает. И как бы снимать одни отжимания, думаю, вам не интересно было бы смотреть, как я просто отжимаюсь. Поэтому разбавляем, разбавляем. И между тем осталось 200 раз, и сейчас начнем бахать. Начнем бахать 200 раз. Погнали. Это что-то, ребят. Долблю последнюю сотку по 20. 20, 20, 20. Хочу полностью ряд в двадцатках, чтобы был. Держимся. Последний подход. 20 раз осталось. Погнали. И 2500 будут сделаны. Раз, два, три. Да, просто да. 2500. Вот, ребят, подходы, смотрим, как я делал. Фух.
2500 уже за плечами. В принципе, увидимся через пару секунд на 6-й день. Ребята, 2 дня осталось. Фух. Через пару минут будешь делать со мной 10 раз. 7 января, Рождество. Road to the Dream. Сегодня я поеду на дачу и буду там его справлять, собственно. Поэтому большую часть я буду делать там отжиманий. Так что опять приводи себя в порядок. Готовься через пару минут к отжиманиям. Ведь сегодня мы сделаем 3000. Офигеть, 3000. Не верится уже. Завтра последний день и мы на вершине. Просто мы на вершине, и все это было не зря. И, в общем, сколько можно говорить, погнали. Я уже приехал на дачу, классно, свежий воздух. Я надел стильные мамины перчатки, и сейчас сделаем 20-ку. Man fall asleep trying to ease that pain cause he tired of the has a little dream about a place where he ain't gotta be another rat in a race a place called Willoughby Lane where everybody knows his name and he don't have to change but he never makes it out of a seat wakes up before he can even make it to a seat. Все, 200 раз готово, мы тут сели, ну пока что не сели, но стол у нас готов, накрывала его моя мама. Мама, привет. Бабуля тоже накрывала. Привет всем, скажи. Привет, привет. И мой дядя Кирилл. Все, я сделал 300 раз. Ну а сейчас мы уже поедем домой, в квартиру, где я буду доделывать 200 раз. Я уже дома, сейчас будем доделывать 200 раз. И, кстати, вот эта фотография была сделана на моей даче. Сейчас она находится в моем инстаграме. Обязательно подписывайся. В последнее время стал писать мотивирующие посты. Думаю, тебе понравится вся эта тема. Так что подписывайся на мой инстаграм. Нижнее подчеркивание, Аветисов, нижнее подчеркивание. И будем дружить, собственно, везде. Так что хватит болтать и погнали делать 200 раз. Последняя 20-ка и остается всего лишь 100 раз. Осталось всего ничего, всего лишь 50 раз. И все, ребята, будет у нас 3000, так что готовьтесь. Кстати, я подкрепляю сухофруктами. Предпочитаю сладкого, сухофрукты, ну и пироженки, потому что сейчас праздники. Жопа быстро встал и сделал 10 последних отжиманий вместе со своим зрителем. Действительно, пора заняться делом, так что идем и отжимаемся 10 раз. Прямо сейчас, потому что мне стыдно, на меня уже даже компьютер ругается. Давайте 10 раз под мой счет, аж как-то неудобно получилось. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, теперь нормально? Да, нормально. Фух. Все, сделали с вами 3000, давайте пятюню. Увидимся через пару секунд, когда я уже буду подводить итоги. Ведь через пару секунд настанет последний день всего этого видео, всей этой задумки, где я буду выражать особую через секунду. Today is the last day. Я так рад,
Я думал, впереди еще целая неделя. Еще столько много дней. Когда пройдет, эх. И уже сегодня последний день. Время летит просто незаметно. Поэтому займись делом и совершенствуйся. Ну а я погнал себя приводить в порядок. Сейчас я расскажу вам, как быстро вставать по утрам при маме. И посмотрим на ее реакцию. Вот это мой завтрак. Овсянка и два яичка. Кстати, я давно хотел сказать, как же я встаю утром. Я иду в душ, как всегда, как вы знаете. И в конце на 15-10 секунд я включаю холодную воду. Как тебе? Зачем ты? По голове? Да. Сюда сошел. Так как сегодня последний день моего челленджа, я решил себя немного развлечь, как бы сделать себе подарочек такой, да, и сходил со своей подругой в кино, где тоже не остался без физических упражнений и тоже отжимался даже прямо в зале. У нас осталось всего лишь 500 раз, и мы сделаем 3500 отжиманий. Каждые 100 раз я буду посвящать какому-то человеку. То есть 500 раз, 5 человек. Погнали. Первые 200 раз я хочу посвятить своим родителям, мама и папа. Привет, я знаю, что вы сейчас смотрите это видео. Эти 200 раз специально для вас, потому что я не мог вас пропустить. Вы меня поддерживаете в трудную минуту. Я могу раскрыть вам любой секрет, могу поделиться чем угодно. Вы меня поддержите, дадите мотивацию и уверенность в себе. Я это очень ценю, и эти 200 раз специально для вас. Следующие свои 100 отжиманий я хочу посвятить вот этому мужику, это Биар Гриллс. С ним я познакомился раньше всех, раньше Наполеона Хилла, раньше Игоря Войтенко, раньше Робинса, раньше чем с Грант Кардоном. И хочу сказать тебе, Биар Гриллс, огромное спасибо за то, что дал мне базу. Дал мне базу, дал мотивацию, я смотрел его передачи просто сутками, меня не оторвать было. Один Биар Гриллс. Кстати, эту книгу мне подарила моя лучшая-лучшая девочка, самая лучшая, целую тебя. Так как она знала, что я реально на нем повернутый. В общем, спасибо тебе, мужик, в честь тебя сделаем 100 раз. Oh my god, it's impossible, it's possible, man. Следующие свои 100 отжиманий я хочу посвятить вот этому парню, а точнее мужику. Это Наполеон Хилл, вот так вот он выглядит, и он держит в руках книгу Think, Grow, Rich. Думай, богатей. Собственно, вот она, ребята. Эта книга настоящий клад для тех, кто хочет чего-то добиться в своей жизни, кто хочет реально подняться. Советую прочесть вам эту книгу Наполеон Хилл, Думай, богатей. Поэтому в честь тебя... Сейчас будем делать 100 раз, с 200 до 100. И остается еще один человек, наверное, вы уже догадываетесь, кто это. А если не догадываетесь, то узнаете совсем скоро. В честь хорошего настроения я поменял чуть-чуть текст. И у меня вот такие надписи сейчас получаются: маме, папе, Биару Гриллсу и Наполеону Хиллу. Осталось 100 раз. И кто же этот? Кто же этот пятый человек? Ну а перед этим я чуть-чуть отдохну, сделаю английский, потому что я отжимался 300 раз подряд. Ребята, поймите меня, нужно чуть передохнуть. И держим интригу. Ну и наконец-то, последний человек, которого я очень сильно уважаю, которому я посвящаю свои последние 100 раз, чувак, Игорь Войтенко. Игорь Войтенко — это просто человек, взорвал мой мозг.
Он меня промотивировал настолько, что я записал это видео. Не познакомился бы я с Игорем, этого видео бы не было. Вообще не было. Потому что Игорь — это тот человек, который дал мне огромную мотивацию, огромную. Я направил ее в правильное русло, сейчас совершенствуюсь. Я окружил себя теми людьми, которых слушает он, которых читает он. И добавляю своих, ищу уже по этой тематике других людей и совершенствуюсь. Осталось еще 20 раз. Еще 20 раз и все, мы это сделали. Давайте, 20 раз и мы это сделали. Раз, два, три. No, they never gonna hold me down. I've been doing this all on my own. Nobody is stopping me. They never gonna hold me down. Последний. Да! Да, мы это сделали. Не могу поверить, даже слов нету. Спасибо каждому зрителю, который досмотрел. Ты красавчик. И, кстати, я хотел показать мой мини-памп, который был первый день, да, вы видели. И что сейчас? Грудь у меня подкачалась, ну, лично мне кажется. Стало больше. Банки тоже так нормально подкачались. И это все пошло мне на пользу. Хочу сказать, что отжимания с четвертого дня давались просто легко. Просто легко. То есть на четвертый день мой организм полностью привык к отжиманиям. Хочу поблагодарить, опять же, каждого из вас, кто досмотрел это видео до конца. В частности, хочу поблагодарить Игоря Войтенко. Игорь, если ты это смотришь, огромное тебе спасибо. Ты делаешь реально хорошее дело. Ты мотивируешь людей. Твоя энергетика такая, что ее хватит на весь мир. Спасибо тебе большое. И будем совершенствоваться теперь вместе. Ну и на этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал обязательно. Будут выходить новые видосики, спортивные, челленджи. Так что ждите. Скоро увидимся.